Для Днепропетровска, да и для всей страны принципиально важно возобновление деятельности и жизни Южмаша. Больше 80 миллионов уже долги по зарплате. Люди перекрывают улицы, их сейчас до 2 марта разогнали в отпуска. То есть мы инициируем создание специальной комиссии Верховной Рады, для того, чтобы изучить вопрос, не специально ли это доведение предприятия до банкротства, потому что там много земли ценной. Кроме этого, мы инициируем и будем вносить законы о спецподдержке Южного машиностроительного завода, в том числе и обеспечение государственными заказами. Другого пути нету, каждый день увольняются десятки уникальных специалистов.